Здравствуйте! Сегодня распакуем очередную посылочку, бандерольку из Португалии от давнего партнера. Так, приступим. Годовой наборчик 1992 года. Португалия, ходячка, монетный двор Лиссабона. Вот такая вот упаковочка. 7 монет. Бриллиант Uncirculated. Вот эти две монеты выпускались в 92 году только в банковских наборах. В оборот они не выходили. Это 20 и 50 эскудо. Ну, набор довольно стандартный, без юбилейки. Вот, собственно, состоит он из 7 монет. 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 эскудо. Собственно, ну, все стандартно. Описание изображений. Описание металла, материала монет. Ну и тактико-технические характеристики данных монет. Вот, собственно, и все.